Всем привет, с вами Мата. Сегодня мы покатаемся на троллейбусе в Баси Симулятор. Вы набрали мне нужное количество лайков. Ладно. Я вам сразу хочу сказать, это Зил мод. Можно его скачать. Зил 682G. Давайте посмотрим, колхоз, штанги можно опустить. Ну, ребят, хочу сказать, со шнурками мне неудобно ехать. Так что давайте я без них поеду. Да и когда вы видели троллейбус... за шторок. Давайте пускаем наш троллейбус людей. Слышите звуки. Прокатимся туда и обратно. У меня есть и троллейбус с БКМ-321. Божественно, конечно, круче руль. Но явно многие позавидуют. Первое открываем. Ребят, да, видно, а реализованы эти гармошки вот так. Видите, надо две камни было реализовывать. Ну ладно, хотя бы нас так наслаждает дверь гармошки. Маршрут номер 20. Слышите звуки эти легендарные. А вот мы немножко выряжали. Ну ладно. Давайте открываем. Как раз такой старенький СССР. Никому не надо выходить. Открываем так, что только для них дверь. Это, ребят, единственная карта в Протон Басе, где можно покататься на троллейбусах. Модель-то успеет сделать и реализовать, а вот выложит. Выложит, а карты-то нет. Да, ребят, я немного проезжаю остановки все-таки. Может, я не знаю, может, они захотят там, кто захочет выйти. Такой прекрасный троллейбус. Ну да, он, да, недавно выпускался же. В 2014 году был еще. Да, это прям божественно.
Смотрите, можно получать на драг-рейсинге против мотоцикла, но он на меня немного быстрее до остановки, он быстрее доедет, значит. Пассажиры хотят выйти. Окей. Сейчас люди войдут. Тык. Так. Наш, ребят, разворотный круг, на нем никто не выходит, так что едем до конечной. Так что поехали, как видите, обратно. Все-таки обратно как-то побольше будет поворотов. Чуть как-то близко остановка, ну ладно, давайте запустим. Пять, вот эта остановка пройдена, следующий, блин. Стоп, да, тоже у нас скоро. Да, вот на конце есть самое. Что так подвисло? Ну, что-то застряли. Да, троллейбус данный хорошо набился, значит, что будет он популярен. Вай! Ладно, проехали остановку. Для нас это будет уже не редкость. То, что пассажиры будут хотеть выйти, и будет уже скоро конец. Ну, и будут остановки пустыми. У нас видно, тут тоже пассажиры хотят выйти. Не, просто стоят. Можно-то проезжать смело, она же никто не просит остановить. Видите, слышала, запищала. Сейчас запищала, можно останавливаться. На остановке быть уверенным, что кто-нибудь выйдет. Здесь что захотели выйти?
Да вы хватит, хватит меня просить остановить, пассажиры. Ладно, ладно. Поехали. Немножечко проспекта. Ну ладно, я понимаю, тут уже совсем близко конечная. Буквально нам остается повернуть и будет конечная. Да. Но главное понять, там есть народ на конечке. Есть. Все. Должны они сейчас все по логике выйти. Ну, как видите, мы закончили маршрут на вот таком прекрасном троллейбусе завода имени Урицкого ЗИУ-9. Все, кто досмотрели этот ролик до конца, те большие молодцы. Ты побыли за, ну, за рулем, снаружи и внутри немножко, на троллейбусе ЗИУ-602Г. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.